Финансовая энергия требует космических правил исполнения. Каждый человек может научиться привлекать финансовую энергию, соблюдая эти правила. Денежный канал открывается, если человек произносит молитву с чистым намерением, ментальной концентрацией и сердечным желанием утолить духовные запросы. Главный секрет – финансовый поток открывается, если намерение человека чисто и преследует высшую цель на благо людей и земли, а не только личное обогащение, удовлетворение физических потребностей и приобретение материальных благ. Будьте практичны и реалистичны, и знайте, что Вселенная не поддерживает ленивых. Это закон обмена энергии. Если вы сами не даете, вы не можете просить, ибо вы не имеете права на отклик со стороны того, в чем вы не участвуете. Настройтесь на тонкую денежную энергию, которая принесет добрые изменения в этот мир. Умный станет богатым, богатый станет мудрым и щедрым. Нищий отбросит плохие мысли, возьмется за добрые дела, чтобы привлечь денежный поток и насытить себя, своих детей и мир вокруг себя. Ом гам ганапатайе намаха. Ом гам ганапатайе намаха. Ом гам ганапатайе намаха. Ом гам ганапатайе намаха. Shine.
Ganesha, Sharana.